Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем весенний браслетик из маленьких бусин и ленточки. Для этого нам понадобится узкая лента шириной 5 мм, атласная, и маленькие бусинки. Нитка с иголкой, ножницы и зажигалка. Берем ленту узкую, атласную, шириной 5 мм. Оставляем 15-20 см на завязочке. Крепляем нашу ниточку, на которую будем одевать бусины. Бусинку. Теперь на ширину бусины прокалываем наискосок. Вставим следующую бусинку. Следующий стежок наискосок. Самый край ленты. Таким образом продолжаем набирать наши бусины до нужного размера. Так. Таким образом мы набрали нужное количество нам бусин. Последнюю бусинку. Вязаем ленту. Спаливаем. Лучше завязать на узелочек, потому что лента тонкая. Нежный.